Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Поехали в бой прямиком сразу же. Так, мы с вами... мы с вами перешли в новый портал. Точно, я же вспомнил. Мы здесь еще даже и не играли. Поэтому давайте. 74 уровень. Ну, неплохо для начала. И возьму я, пожалуй, знаете, какую команду? Вот эту. Я думаю, это будет оптимально. Поехали. Вообще, эта команда у меня самая мощная, я так думаю. Так, тут у нас кто? Ниндзя, да? Ниндзя-прохиндейка, поэтому нам желательно, ребята, мага-воина вызвать как можно быстрее. Так, я жду. Ну, это ерунда, ребят, самурай для нас не имеет никакой, как говорится, угрозы. Жих, так, погоди, вот это уже... Сдохни. Есть, отлично, ребята. Сработало, как говорится, отражение. Да ну, хорош, тут уже целую кучу всякого барахла пришло. Опять ниндзя бежит, а? Опять ниндзя бежит. Ну-ка, шваркнули мы ее, отлично. Мы тоже тогда вызовем ниндзю, да? А че мы? Рыжие, что ли? Нет, конечно же, будем вызывать, также бомбить их. Так, деньги, все это нам нужно, нам это все пригодится, ребятули. Так, о, ускорение. Есть. Ну, первый уровень разминочный, разогревочный. Все у нас хорошо получилось, все изи, и мы переходим на второй этапчик. Так, ребята, здесь прибавляется Левушка, да, это же у нас храмовый пес, но он на самом деле вообще фуфло. На самом деле, вот честно вам говорю, никакого толка я от него не вижу. Да, он может напугать очень редко, хотя в данном положении он будет, наверное, не редко, а хорошенько так бомбить. Так, кого мы с вами? Наверное, сейчас он выбежит, да, псина? Нет, не псина, к сожалению. Ладно, давай. Во-во-во-во-во-во-во-во. Бежит. Пугать будет, да? Нет? Не получилось у тебя? Ой, обидно, печально. Ну, ладно. Не вышло у него пугануть моего мага-воина. А мы вызываем ниндзю. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, что она вытворяет. Ребята, она прапанная, просто жесть что-то вытворяет. Так, отлично. По красоте. Ух, моя ниндзюца там наяривает. Обожаю, когда, ребята, срабатывает отражение, и враг в этот момент бомбит. Вы помните, да, в прошлых сериях, как у нас Босяра погиб от собственной атаки? Это был жнец, который меня хотел звездануть. А в этот момент сработало на моем маге-воине отражение, и он сам себя убил, грубо говоря, потому что урон возвращается тому, кто его наносит. Так, ну что же. Ой, елки-палки. Ёлки-палки, тут у нас, ребята, черепаха появляется. Тортилла, да? Ну, я думаю, что... Так, самурай, это все, конечно, хорошо, да, хорошо. Может, попробуем, ребят? Давайте попробуем вот эту вот компашку нашу возьмем. Ну, тут, конечно, некро. Она здесь совсем, честно говоря, не в тему. И черепаха... Я знаете, почему взял? Потому что у нас вот этот вот прыгун... Он может делать хорошие вещи, он может перепрыгивать. Так, тихо, вот этот вот у нас, смотрите, у него меч. Оу, тихонько, подожди-ка, ниндзя, а с какого, блин, ты перепуга вышла-то здесь? А, она, ребят, не фул апнутая. Отлично, ладно, хорошо, я надеюсь. Давай уничтожь ее, вот так вот. Как говорится, закромсали мы. Так, вызываем, ребят, с вами некро. Так, блин, ниндзя, ты достала уже. Ох, ядрен батон, смотри, он в ярости, ребят, впал. Но видим колобки, что вытворяют, ребят. Вы видите, что колобки делают? Они делают свою работу, причем довольно хорошо. И заморозка нам, кстати, здесь. Ой, не завидую я врагу. Ты посмотри. Ну почему этот прыгун, ты же должен был ниндзю бомбить, а он начал почему-то, ребят, бомбить замок. Я не знаю, иди отсюда. Почему это так получилось все? Ну-ну-ну-ну, упал. Так, Тортилла, ты сейчас довыеживаешься здесь. Серьезно говорю. Хорош тут уже бубнить. Ну, уничтожаем. Вот, все, ребят. Ну что же, ускорение здесь нажимаем и разносим ки... Да ладно, хорош сопротивляться, ничего тебе здесь не поможет. Я же говорю, не поможет. Ну что ж, неплохо, я вам скажу, мы здесь разрулили, так сказать, ситуацию. И смотрим, кто прибавляется здесь. Всего лишь копейщик. Но зато здесь, смотрите-ка, ребята... Ниндзя, фулочка, 75 уровень, блин, с ней шутки очень плохи, да еще и пес храмовый. Одним словом, сейчас здесь будет спам, будет галимый спам идти, поэтому я, наверное, возьму вот этот отряд. Он сейчас будет меня своими копейщиками просто доколупывать, а под копейщиков стопудово будет вызывать этих ниндзей.
Должно, по идее, быть так. Ну вот, о чем я вам, блин, и говорил. Так оно и произошло. Ну-ка, давай, Ронин. Чик! Вот так вот. Так, самурай против Ронина, блин. Хыч! Да ладно тебе, завязывай давай. Ну, естественно, естественно, ребят, ниндзя, конечно. Да еще и пес этот храмовый тут. Вот, вот, обожаю, ребята, вот отражение, видите? Все, четенько все было сработано. Под отражение, когда попадает, это просто великолепно. Я прям в восторге, вот честно вам говорю. Блин, как же я хочу ее пропать по фулочке. Вы просто не представляете, ребятули, как же мне этого охота сделать, а? Ах ты, смотри, какая хитрая ниндзя. Ууу, тихо. Не надо выделываться, пожалуйста, не надо. И вот мы уже с вами колбасим вражеский замок. Very good, отлично. Давай еще ниндзю вызовем сюда для поддержки, как говорится. И карточку замка заберем. Фух, ну что же, мы переходим с вами к последней заключительной стадии, да? И тут у нас босс. Блин, как же я ненавижу этого ветродуя, вот не поверите. И тут, смотрите, ребята, жаба. Тортила, 73 уровень, она прокачана полностью. Тут практически нет, храмовый пес и самурай на 4 звезды, остальные по фулке. Черт, я не знаю, сможем ли мы здесь потянуть. Бесявый, ребята, вот этот босс, очень бесявый, он сдувает армию, вы это знаете прекрасно. И причем сдувает она в неком таком стане будет у нас какие-то доли секунды находиться, но этого достаточно, чтобы, блин, наносить урон. Понимаете? Плюс это ниндзя, блин, который будет нам мозг выносить. Ладно. Попробуем как можно быстрее накопить. Блин, я практически накопил, ребята. Оу, тихо, 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 собачка. Не надо, не надо, собачка, сюда бежать вообще. Иди отсюда. Опа! Пуганула, а? Так, ладно, ждем, ребята. Я жду, 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 жду свою ведьму, ребят. Ведьма мне нужна, конечно же, нужна ведьма. Так, поехали. Нам нужна армия. Черт подери. Ну, жук. Отлично. Красиво. Так, ведьма идет. И мы уже, ребята, бомбим. Сейчас стопудово выйдет ветродуй. Вот обязательно должен выйти. Да ладно, что, не выйдет, что ли? Нет, вышел он. Вышел, да-да-да. Я думал, что не выйдет, блин. Уже обрадовался. Хотел обрадоваться, но вышел он все-таки. И вот начинает он свою хреномантию. Вот начинает он, ребята, дуть. Блин. Причем бесконечно. Вот, отражение, 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 отражение. Да ёпрасоте, сейчас. Ладно, хотя бы так. Почему мои так медленно идут? Я не понимаю. Почему мои идут, как штаны наложившие? Ну, Ронин, выбеги, пожалуйста. Ну, звезданиты. Есть. Ух, бомбанули. Отлично, ребятуль, все. Блин, ну тяжело было, да? Вот согласитесь, он сдувает и... Ничего нельзя сделать против этого босса. Он сдувает и сдувает, сдувает и сдувает. Кое-как мы его все-таки заколбасили. И мне это нравится. Так, ну что же. Нефритовая империя, сундук вскрывается. И мы отсюда достаем. Честно говоря, даже вот этой карточке я не рад. Потому что, ну, богиня солнца меня в последнее время, ну, вообще вымораживает своей слабостью, своей немощностью. А вот у нас, ребята, и территория захватчиков. И 76-74 уровень. То есть... Блин, жесть будет сейчас, я вам скажу, вот что. Очень жесткий будет бой, потому что захватчики, вы помните, да, там эти пришельцы и... Кого тут только нет в этой армии. В общем, такая убер-команда, блин, которая будет просто мне сейчас выносить мозг. Особенно этот стражник, который сейчас выйдет. А он обязательно выйдет, поверьте мне. И я, наверное, сделаю немножко по-хитрому. Я вызову некро, потому что некро здесь... Если, конечно, не выйдет пехотинец этот космический, морской или как вот там. Нет, вышел страж, отлично. Значит, колобки мои здесь заколбасят его. По идее, должно быть так. Пускай он тут их толкает, что хочет с ними делает. А вот, блин, и пехотинец, блин, морской. Давай срочно прыгуна. Прыгун должен заколбасить его. Так. А что ты так медленно... А, он без этого, без ярости вышел, да? Ладно. Стражник, иди отсюда, достал. Мощный гад. Просто танк-танк. Еще какой танк, ё-моё. Всем танкам танк. Даже круче, намного круче, ребята, паладина. Намного круче, поверьте мне. Так, ладно. О, ураганчик. Это как раз вовремя. Ну что же, мы уже с вами колбасим базу, и это хорошо. Колобки нам эти помогают, и, как видите, победа за нами. Ну что же,
Давайте смотреть, кто у нас будет в дальнейшем. Кто у нас сейчас откроется, наверняка. Ой-ой-ой. А вот это вот как-то не Айс. Блин, хищнец, ребята, да, собственной персоной. Наверное, нам придется с вами... Погоди-ка секунду. А как быть? Черт. Как же нам быть-то здесь, а? Вот эта команда, как думаете, справится? Давай проверим. У меня очень-очень большой вопрос. Справится ли эта команда? Босс, конечно, у нас тут слабенький. Друидка, она не прокачанная у нас. Но, тем не менее, она довольно хороша. Так, ждем. Так, смотрим, кто кого порвет. Мы или он нас? Мы. Отлично, хоть где-то плюсик есть. Так, ну, ой! Не-н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 е
тут сделаешь. Да. Смотри, что он спамит, ребята. Он меня спамит чисто вот этими вот хищницами. Это плохо. Это очень плохо. Мне так не нравится. Такой подход мне не нравится. Заморозка, давай замораживай. Что ж тогда делать-то будем? Какую армию будем брать с вами, а? Чтобы нам хищница еще контролировать при этом. Ха. Вопрос-то такой офигительный, да? Вопрос, блин, офигительный. Нет, я в принципе знаю, какую брать армию, но там всего лишь одна энергия, а я думаю, что она еще нам пригодится. То есть он будет их вызывать постоянно. Нам нужен легкий, но в то же время крепкий юнит, типа вот щитобота. Да, щитобот и Ронин. Ладно, фиг с ним, поехали, ребят. Там, по крайней мере, потом уже будет достаточно большое расстояние между замками, и мы сможем, наверное, надеюсь, кого-нибудь другого выбрать. Так, ну что же, я жду, давай, выходи. Вот он, ребята, дует. Вот сейчас будет прыжок. Чик, вот так вот. Но он сейчас будет опять вызывать, ребят, так что не расслабляемся. Что-то не вы... Вот, отлично, сносим его нафиг. Поехали дальше. Так, у меня еще Ронин откатился. Сейчас. Ну давай, где там? Выпрыгивай. Сейчас мы тебе... Тут вообще, ребята, изи. Изи катка была. Ну, я надеюсь, что здесь хищница не будет. Фух, повезло. Но здесь прибавляется вот этот паршивый пришелец. Он меня раздражает тоже. Ну что, здесь вполне вот эта, наверное, команда зайдет. Даже вот это. Он будет похищать, да, гаденыш? Он будет похищать, я знаю, что он будет делать свои пакости. Ну ладно, я думаю, что мы здесь прорвемся с вами. Главное быть хитрее его, пускай он забирает он этого самурая нашего, да, лишь бы не трогал паладина. Сейчас стопудово он его вызовет первого, полетит сейчас. Ну, лети, пташка. Ты нам здесь не нужен. А мы с вами, смотрите, ребята, уже 500 маны накопили тем временем. То есть мы можем с вами вызвать друидку. Слушай, а давай вызовем друидку. Глупо, наверное, да, ребят? Но я попробую. Ну ты же ничего не сделаешь, ведь. Ничего не сделаешь, да? Тресь. Карточку только отдай. Так. Ну-ка давай посмотрим, ребята, как у нас. Что мы делаем? Так, отходим, друидочка, правильно, отходи нафиг. Блин, вот этот вот глюк мне немножко... Так, стопэ! Ты смотри, что делать, а? Ничего он не сделал. Ничего не сделал, ребят, абсолютно. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут дальше произойдет. Я еще вызываю баллисту. Так, минус. Продвигаемся вперед. Отлично. Вот видите, ребят, когда друидка вызывает вот эти вот тотемы, они как-то у нас боговенько получаются. Может быть, это так на эмуляторе? Потому что на телефоне я играю, они нормально выходят. А тут вот почему-то такими. Так, золотая лихорадка, я квест завершил. Но это не важно. Главное, что мы, ребят, с вами забомбим сейчас базу. Шикарно. Слушай, ну друидка-то рулит, ё-моё. Она и хиляет вроде бы моих юнитов, да? В то же время наносит урон. То есть классно. А сама по себе она атаковать не может вообще. Блин, да чтоб тебя, ребят, хищнец. Угу. Собственная персона, этот гад появился. Слушайте, ну я не знаю, ну вот этими отрядами я вряд ли смогу тут его контролировать, этого хищница. Если кого-то... Если только кого-то ставить сюда. Кого? Блин. Тут все слишком круто.
Если только убирать нам всадника на журавле и ставить... А кого можно поставить? Можно поставить, например, того же самого молотильщика, да? Он дешево стоит, он довольно, как говорится, критононосящий персонаж, но меня смущает в том, что тот-то тоже критовик. Кто кого переборет. Давай уберем. И, например... Так, подожди, вот так вот мы сделаем. Убираем отсюда всадника. И давай посмотрим, кого мы можем... О, кстати, у нас есть мечник. Кстати, тоже неплохая единица. Мечник, мечник. Слушай, ну он должен, по идее, наверное, наказывать. Жаба стоит дорого с молотом. Давай попробуем вот так. Главное нам удержать этого хищница, понимаете? Если мы его будем держать... Так, погоди, я что-то не понял. Ага, вот, вот этот отряд у нас. Если мы его будем держать, ребят, то все у нас хорошо пойдет. Так, прапаем маленечко, да? Ух, поехали, блин. Рискованно, конечно, я ничего не говорю, но офиг ли делать. Еще такие тут... Ой-ой-ой, у нас дамага здесь не хватит, ребят, скорее всего. На друидку надежды как бы мало. Вот этот вот тритон... Ой, даже не знаю, не хочу ничего загадывать. Давайте смотреть, ребят. Будем смотреть. Конечно, я предвижу, что будет все здесь намного сложнее, чем предвиделось. Сейчас хищнец, естественно, побежит стопудово. Ну, почему-то не идет хищнец. Так, странно, блин. Как-то, как-то... Ой-ой-ой-ой. Он, ребята, вызвал стража. Он вызвал стража. Ох, еще и под тритона. Опа. А вот, ребята, и друг наш. Незваный, блин. Явился, не запылился. Тритоша. Точнее, хищнец, блин, а не тритоша. Ты смотри, что там происходит. У-ху-ху. Слушай, может быть, нам вызвать? Попробовать? Нет, давай вот так вначале сделаем. Опа, офигеть, отражение он еще вешает. Вот что, ребята, он делает. Ой, друиды, я не знаю, сможешь ли ты тут против этой орды выстоять-то. Я, конечно, тебя вызову, но... Давай-давай, суперудар. Так. И фигня получилась, да? И получилась, по-моему, фигня, ребятуль. Хотя, черт его знает. Давай вот это вот. Ух. Ну, тритоша этот со своим отражением. Очень пакостно, ребят, очень пакостный. Вот этот вот враг. А страж так это вообще жесть, что творит. Смотри, смотри, что будет. Сейчас тритоша будет перепрыгать и мою друидку колошматить. Друидышка, отходи, отходи, родная. Я подсоблю. Подсобил, как мог. Слушай, ну есть, ребятуль, небольшой шанс. Правда, времени очень мало, но я постараюсь. Ой, друидку снесли мне. Они снесли друидку мне. Ты понял? Вот так-то вот. Ребятули, давайте быстрее. Хе-хе. Есть. Слушайте, ребят, ну неплохо, я вам скажу. И друидка довольно-таки хорошая. Ты представляешь, если она будет у меня прокачана по полной программе, что она будет тут вытворять? Ох, ёпрсте, тут же лорд пустоты. Тритоша! Морпех этот, блин. Страшный пришелец. И как? И что? Эй. Так, ну здесь нет хищница. Блин, лорд пустоты 76 уровня. Тут они вообще все такие, знаешь, мощнявые. Ну, предположим, мой прыгун будет перепрыгивать, да? Будет, наверное, убирать тритона, будет убирать морпеха. Ну вот с этим-то, говрюшей, как быть? Мой дед здесь не справится, его будет, знаешь, как обычно, в стан вгонять. А у нас все равно выбора нету. И друидка, кстати, здесь тоже, наверное, не прокатит. Ой-ой-ой, будет сложно, очень сложно будет. Нам здесь поможет некро, знаете, в чем? В том, что если пришелец этот будет прилетать, он будет воровать этих колобков. Пускай он лучше их ворует, согласитесь. Пускай лучше он ворует этих колобков, чем наших юнитов. Вот он летит, пускай летит себе. Ага, морпех вышел. Ладно, сейчас мы, ребят, с вами будем вызывать вот так вот. Сейчас, наверное, опять вызовет, да? Он своего пришельца этого. Как пить дать вызовет. Я буду, наверное, перехватывать, если получится, если я успею. Ой-ой-ой, фаербол, ребят, фаербол. Иди отсюда. Опа. Смотри-ка, как у нас тут... Блин, удачно, хотел сказать, складывается.
Ай-яй-яй-яй-яй, Тритон. Тритон, уйди отсюда. Вот, молодец, молодец, прыгун. Молодец, деда вызвал. Ребята, я вызвал деда, я успел его вызвать. Фух, будем надеяться, что... Блин, ну это надеяться, не надеяться. Черт подери, что делать? Смотри, что происходит, ребят. Да ладно тебе, завязывай. Вон он вызвал, ребят, своего этого. Бумс. Да давайте вы этого... Придется, ребят, так вот. Черт подери, да что ж тут происходит-то? С отражением? Лорд пустоты с отражением, ребят. Эх, дед мой. Ну, есть. Мне не верится. Мне не верится, ребят, своим глазам. Да ну, нафиг быть такого не может. Неужели пройдем? Неужели мы пройдем с вами, а? С первой попытки, что ли? Блин, ну хоть бы повезло. Ну хоть бы повезло, ребятули. Есть! Да, вот он момент истины. Вот она сладкая победа. Ребят, ну я честно скажу, не ожидал, что вот так вот я смогу победить лорда пустоты. Вообще, он сложен на самом деле, босс. Воу, и довольно прикольный ревард. Мне дали 9 карточек боевой жабы, ну, жаба с молотом, и 10 карточек самого лорда пустоты. И мы с вами переходим на карту нежити, ребята. И здесь нас встречает Банши, и встречает нас Голем. Голем и Банши. Так, что же мы можем им противопоставить? Да, в принципе, вот этот отрядик тоже неплохо зайдет. Я думаю, также неплохо здесь разрулит эту ситуацию. И мы будем с вами в куражах. Правда, вот расстояние маленькое. И не забываем, ребят, что Голем может сам себя отхиливать. Не стоит об этом забывать. Так, ну я думаю, что вот-вот-вот-вот он вышел. Успеем мы? Ну, давай-давай, есть, успели. Так, Банши, хорош! Так, ребят, попробуем сейчас вот так сделать. Ну, есть, некро вышла. Давай, некро, вызывай своих этих маленьких головастиков. Ты посмотри, что он творит, эй! Так, мне не нравится, ребята, вот это вот. Фаербол. Тут уж доралась, дура. Банша доралась, вот так-то вот. А сейчас только появится ей хана сразу же. А, нет, не она появилась. Ну да ладно, ребят, теперь у меня здесь есть банши. Даже две штуки. Хотя они кричат довольно круто, орут. Видите, что они делают с моими этими колобками? Да блин, хорош. Колобки, ребят, не справляются, к сожалению. Не успеваем мы продамажить их. Так, а если вот так вот сделаем? Так-то должны все. Да, ребят, так у нас все получается. Причем довольно неплохо. Так, ну-ка. Чик. Ой, ты без неистовства, к сожалению, прыгун, да? Прыганул налегке, можно так сказать. Да хорош ты уже там разоряться, бабка, блин. Оу, тихонько, тихонько, тихонько. Главное, чтобы они не подошли сюда, иначе все мои банши тут упадут в одну секунду. Так, видишь, как она их просто, ребят, сносит моментально. Одним криком все мои колобки падают. Это, блин, это плохо. Пыч! Вот так вот, чтобы не выделывались. И базу, базу, базу кромсаем. Ускоряться можно, ребят, смело. Смело ускоряться, потому что тут все. Тихо, карточку отдай. Хе-хе-хе. Вот так-то это делается. Нормуль, ребят, нормуль. Ну а дальше я, блин, боюсь представить, что будет. Уровень-то все время повышается, смотрите. Оу, щит! Прыгун, ребят, собственно, персоны, блин, появляется. Ё-моё, а, прыгун. Угу. Тут-то когда энергия-то откатится, ё-моё. Так, что мы сможем противопоставить прыгуну? В принципе, вот эти вот тоже неплохие ребята. Давайте, ребят, продолжим именно этой командой атаковать. Получится, не получится, это другой вопрос. Но я знаю, что спамить он будет меня прыгуном этим. Блин, а его постоянно нужно будет контрить. Постоянно нужно ловить. Так, погоди-ка, погоди-ка, это... Смотри, я сейчас вы... А, нет, вот так он сделал. Хорошо. Просто он, ребята, любитель, знаете, что поделать? Ну давай ты, ёпарсте! Так, если что, у нас, ребята, еще есть фаербол. А где прыгун-то? Я знаю, что прыгун нужен выйти сейчас. Ё-моё, он... Вот сейчас мы расслабимся, и выйдет прыгун. Иди отсюда. Вот он, ребята, вот он прыгун. А я что-то не то сделал, по-моему. Я не так сделал, ребята. Хотя, подожди, 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 подожди. Ёлки-палки, это какое-то нечто было, ребята. Он, прикинь, прыгун отвлекся вот на эти черепков и просто потратил свое неистовство. Ой, тихо, 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 блин, некро. Да.
Да-да-да, вот здесь вот, к сожалению... Подожди, не он успел у меня восстановиться. Ух, слушай, успел у меня восстановиться, к моей радости, мой Джаггер. Эй, успокойся, успокойся, родной, иди отсюда. Не нервируй нас, муля. Шик и блеск, просто великолепно, ребята. Идем в базу, сейчас мы расхерачим к чертовой бабушке. Смотрите, что получается. Смотри, смотри, смотри. Да что там вы все замерли-то на месте-то, эй? Это банши, ребята, их станет. Вот так-то вот. Это банши все своим криком непутевым. Ну? Да. Да-да-да-да-да. Слушай, меня эта команда не подвела, как ни странно, блин. Но два момента было, где мы могли с вами просто получить урон. И нам пришлось бы переигрывать. Но этого не случилось. И энергии у нас осталось только вот здесь. Слушай, ну в принципе тут голем, тут банши и когтисты. Когтисты, блин, конечно, это зло. И две энергии у нас всего лишь. Это зло. Когтисты, у него размах офигенный. При этом он атакует и наземные, и воздушные цели. То есть он такой еще гаденыш, блин. Но зато у нас здесь база хорошая. Бомбит сразу по нескольким целям. Что ж, будем выкручиваться как-то, да, с вами? Так, ага. Слушай, интересно, а кто сильнее... Ой-ой-ой-ой-ой, а как он так... и того, и пятое, и десятое, блин. Ха, сейчас будет когтисты тут, по-моему, ребята, наяривать, да, не по-детски, скорее всего. А если мы вот так вот сделаем? А если вот так вот сделаем вообще? Хоп, хоп, хоп. Слушай, ну, неплохо. Смотри, когтисты даже там ничего, по-моему, не успеет сделать. Банши, кстати, тоже ничего не успеет, наверное, сделать. Ай, по красоте, ребятули, по красоте. Вот если я еще смогу вызвать... блин, не получится, не успею, ребят, не успею. Давай так делать. Хотел вызвать еще одну баллисту, и вообще мы были бы с вами в куражах. Во, все. Хе-хе-хе. А вот теперь-то... Ух ты, да еще и ускорение. Ребята, игра просто нам идет навстречу, понимаешь? Она просто, наверное, поняла, что я очень долго и сильно мучился, и решила пожалеть мои нервы. Она мне идет на уступки. Вы посмотрите, просто фарт какой-то. Фух, шикарно. Вообще изи идем, ребята, изейшие. Никакого сопротивления. Круто, мне это нравится. Блин, баллисты прикрывать. Я еще третью баллисту вызову. Фух, все. Так, карточку когтистого-то я заберу. И вот так вот. Тресь. Эй, блин. Мало стрельнула моя база. Ну ладно. В принципе, это уже даже не важно. Все, тут хана ему. Хана, говорю, все, сдавайся лучше. Можно ускоряться, я думаю, да? Давайте ускоримся. Ничего, я еще и друидку вызову, ну так, на дорожку. Хотя можно было и не вызывать. Эть, монетку дай. Ну что, ребятули, у меня, по-моему, последняя энергия осталась. А здесь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот здесь вот, ребят, бесполезно. Бесполезная команда против прыгуна и... Блин, это же у нас служитель тьмы. Кровопийца, чертов, а? Он чертов кровопийца. Вы знаете, что он делал? Он довольно неплохо дамажит, плюс он 76 уровня. И еще и с фул звездами. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну ладно, у нас есть энергия. Один разочек, думаю, ребят, может просто. Ну проиграем так проиграем, что ж поделаешь. Не попрешь, как говорится, против, да, игрули-то. Прыгуна, вот главное тут надо будет контрить прыгуна. Не знаю, получится у меня законтрить его или нет. И кем? Паладином, что ли? Ну, пока вижу только один вариант. Ладно, давай по... Ой-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, я могу... Могу сейчас очень круто пожалеть о том, что я сделал. Хотя нет. Да ладно ты, блин, вниз совсем он вышел. Так, ну, сможем мы его забомбашить? Как мы его долго колбасим, ты посмотри, а. Фу. Так, ребята, у меня суперудар сейчас накопится. А это последняя катка или нет? Это, по-моему, последняя катка, да? Ну-ка, давай так сделаем. Так, так. А если мы еще и заморозку? Ой, слушай, есть, наверное, шанс. Может быть. Мне так хочется верить, что у нас есть шанс. Я не знаю. Блин, служитель тьмы идет. Баллиста, срочно. Срочно бомби. А он сейчас будет хилять их, ребят. Он будет их сейчас отхиливать. Ага, этих он не успел, хорошо. Так, мне бы, блин, супер удар был, ребят. Вот-вот-вот, он копится. Есть! Поехали. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Прыгун, блин, прыгун. Вниз-то-си, еще и хиляется. Ты посмотри, что происходит. Да, ребят, вот этого я и боялся. Вот этого вот
Вот и произошло самое страшное, что могло произойти. Этот служитель тьмы, он достал. Он, смотри, что делал, он выхиливает. А если вот так вот, может быть, кто-нибудь обратится? Обратились. Да почему ты не можешь по этому-то достать, а? По служителю тьмы-то. В чем проблема-то? Ведь никакой не должно быть проблемы, ребят. Так. Ага, как-то мы тут вообще с горем пополам. О, есть, одного подбили мы, служителя тьмы. Слушай, ребята, мы живем чисто на одних баллистах, вот я вам точно говорю. Времени 3-4 секунды, я не знаю, получится, нет. Эй, сейчас баллист уничтожит. Или не успел, по-моему, да? Он, ребят, не успел. Ух. Так, что, друидка пошла. 20 секунд, ребят, 20 всего лишь, блин, каких-то секунд. И я не знаю, что у нас тут из этого получится. Наверное, мы не сможем пробить. Хотелось бы, конечно, но 10 секунд. Нет, нифига, ребят. Не получается. Блин, жаль. Очень жаль. Ай-яй-яй, так была победа близка. Слушайте, ну согласитесь, я хоть как-то отстоял все-таки свою крепость. Там такой был наплыв. Просто на микронах мы жили с вами. Эх, ну вот, к сожалению, не смогли. Но этот отряд, в принципе, ребят, не предназначен вот для именно... для такой игры, вот для таких вот монстров, которые здесь выползают. Да и слабее мы в разы, чем наш враг. Ну ладно, тем не менее, ребят, хоть как-то попытались. Мы с вами остановились вот на последнем уровне здесь. Ну, два уровня мы с вами пройдем. И тут еще... Ой, а тут остается все-таки одна нефритовая долина и завод роботов. Ну это будет у нас... Подожди, если у нас энергия не откатилась... то мы еще все-таки повоюем. Если откатилось, повоюем. Если не откатилось, то, ребят, придется закругляться. Так, ну-ка. Ребят, откатилось тут у нас. Блин, да что такое? Вот энергия одна. Поэтому я думаю, что есть смысл вот этот уровень все-таки нам допройти. Так. Ну, сложно будет, я ничего не говорю. Так, давай. Будем сейчас, ребят, накопить, естественно, на мага-воина. Это в первую очередь. Или мы можем с вами выпустить Ронина. Проверим. Воу. Смотри, что происходит сейчас. Сейчас будет прыжок, надеюсь, без неистовства. О, отлично. Так, здесь-то мы порвем, понятное дело. Смотри, как Ронин, ребята, колбасит. Он по красоте просто сделал сейчас. Он просто красавчик. Я ничего не могу сказать, ребят. Ронин это вообще... Убер какой-то герой, блин, со своим вот этим крит-дамагом. Просто шик и блеск. Что он вытворяет, это уму непостижимо. Ай-яй-яй, тихо. Не надо тут выеживаться, не надо. Прыгун, отойди отсюда. Смотрите, все-таки, как щитобот хорошо держит, ребята, урон. Он просто вот держит и все. Смотри, дичь. Ну, для этой катки, вот для, именно для этой команды, вот, которая у меня здесь собрана, ей, мне кажется, вообще все по плечу. Я сам удивлен, как я сделал вот такую вот группу себе, блин. Непобедимую. Ну что ж, дорогие мои друзья, как вы поняли, у нас энергии, к сожалению, нету, да? Нам, как говорится, нет смысла. А нет, смотри-ка, еще есть тут энергия. Блин. Слушай, попробуем, ребят, закатить пирушку, а? Кто у нас тут босс, блин? Так. Король, да? Король, скелет. Так, давай приценимся. Есть ли тут смысл воевать, блин? А есть, нету, это уже, как говорится, ребят, другой вопрос. У нас есть энергия, мы должны ее потратить. Хотим мы это или нет, получится у нас или нет, но должны мы с вами это все замутить. Будем пытаться, будем стараться. Прыгуна здесь нет, да? Поэтому будем копить себе ману. Сейчас стопудово пойдут големы. Вот они, големчики. Сразу же, причем с банши вместе, в паре, прям. Елки-палки, еще и прыгун тут. Так, ну давай мы сделаем... Блин, я даже не знаю, за что взяться. Давай вот так вот попробуем сделать. И вот так вот. Фаербол, ребята, если что, будем с вами применять. Когда они все в кучу тут встанут. Вот так вот. Это нормуль. Так, кто... Ага, служитель тьмы. О, давай. Ну! Кого ты бомбишь-то, ё-моё. Ну не того, ребят, он бомбит. Ну тут-то, конечно, сейчас, блин, начнется. Вот, смотрите, этот служитель тьмы просто вымораживает меня вот. Он хиляет, причем довольно круто. Оу, щет, я и забыл. Я и совсем забыл, что тут дед-то. Ё-моё, сейчас будет расколбас. Фаербол, ребят, мне тут спасет только лишь фаербол. Спасет меня, нет? Как вы думаете? Хрен он меня тут спасет, блин.
Давай тоже деда вызывать. А почему бы и нет? Давай вызывать деда. Ну, дед, давай. Ага. Ага. Вот так. Вот так. А что вот так-то, блин? Встан, встан мы загнали. Ах ты, черт подери, эти же выхиливают. Ё-моё. А у нас фаербол, ребята, готов. Пумс. Ну. Да они успевают его выхилить. Ты посмотри, что делают. Не, ребят, к сожалению. К сожалению, тут у нас ничего не получится. Ты посмотри, что. Бамс, все, ребят, понесли потери. Ладно, здесь я проиграл. Я признаю, что проиграл. Ну этот офигеть, этот дед и вот эти вот служители тьмы. Черта с два им. Черта с два. Я не согласен так. Вот так, в три битули. Ругайтесь, не ругайтесь, мне пришлось так сделать. Я потратил, я думаю, что это не зря. Все это не зря. Сейчас мы тут их всех, блин, будем наказывать, поверьте мне. Сейчас мы их тут всех накажем. Сейчас они тут довыеживаются у нас. Сейчас мы их тут всех, блин, под одну гребеночку. Давай, дедуля. Вот так вот, по красоте, по красоте. Всех их тут, этих служителей тьмы никчемных. Пускай что хотят делать. У нас фаербол есть. Сейчас мы и вот так вот сделаем. И вот так вот. Ага, что, все? Жим-жим? Ха-ха-ха, жим-жим, да? Вот то-то и оно, будешь знать, говнюк. Правильно, ребята, он 78 уровня. Куда, блин, а у меня 72 всего лишь. Мне пришлось так сделать, иначе бы... Нет, конечно, мы могли бы с вами подождать следующей серии, там бы я, конечно, бы взял бы свой супер-пупер отряд, и мы бы здесь всех развалили. Но зачем, если мы можем все это сейчас провернуть? В принципе, что мы с вами и сделали. Хе-хе. Вот так вот, ребятулечки, забираем сундучок и смотрим, что здесь выпадет нам. Ну, в принципе, неплохо. 9 карточек на башню, 10 карточек на банши и 8 гемов. Грубо говоря, я свои гемы сейчас только что отыграл. Ну, 2 гемов не хватает. Ну, а вот это уже, конечно же, нам придется проходить вот эти 2 уровня в следующей ребятулечке серии. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих, как говорится, видосиках. Всем пока, всем удачи. И до новых встреч.